Так, дорогие друзья, уже, можно сказать, преддверие выставки нетипичное сюда. Вот, смотрите, уже идут сборы, люди собираются. А? Арбуз 67 килограмм. Арбуз? Есть будем сейчас? Хорошо. Так, сейчас мы посмотрим, что за арбуз. 57 килограмм. Так. Ага, идем, идем. Вообще, под них под 80 литров приедут жару. Вот это арбузик. Видно размер. 57 килограмм. Ребята. Вот, ну, короче, что сказать. Приходите завтра на выставку, потому что здесь будет очень интересно. Вот. Тут все готовятся к выставке. Нетипичный садовод наводит красоту. Тут очень много стендов, такие вот фотозоны прикольные. Так. Так вот, Цион, Органа Пикс. Ага. Вот. Так что здесь. Вот здесь вот будет вход на выставку. И вот здесь вот стоим мы. Как раз рядом мистер Сковородкин. Виноград из Ульяновска. Так, тыква переезжает по подзыву куда-то. Сколько она ездит? Вот в Ростоке. Так. Надо повышать. Не хватает человека. Что, надо поднять? Олег, Олег, идем. О, Макс, давай. Туда надо. Олег, сюда. Стоп. Стоп. Вот сразу видно, мужики. Ее надо не тянуть, а поднимать. 400 килограмм. Ё-моё. На это место встали. Все, всем спасибо. Кина больше не будет. Блин. Вот. Так. В смысле живая? Она кусается еще, смотрите, не подходите к ней. Да. Она сейчас без намордника аккуратная. Слава не пух. You.
Дорогие друзья, уже совсем немножко остается до замечательного мероприятия, нетипичный садовод, который состоится 20 октября и 21 октября, это пятница в субботу. Выставка начнет свою работу с 10 утра до 7 вечера. Так что приходите на самое масштабное мероприятие по садоводству от самого популярного блогера по садоводству Анны Акининой. Экспоцентр Красная Пресня, Москва-Сити. Вот это замечательное место. Вот здесь вот находится 7-й павильон. Вот. Два зала. И это супермасштабное событие. Так что всех ждем. Нетипичный садовод. 2023 год.